30 пришкольных стадионов и спортивных площадок обновляют во Владивостоке. Работы проводятся по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяка. Практически завершилась реализация в этом году двух больших проектов. Первый – это возвращение спортивных площадок или стадионов школам. Это капитальные ремонты и даже строительство в некоторых местах. Всего площадок, которые были задействованы в этом году, 34. Более 240 теневых навесов в детских садах. Это вторая часть этого большого проекта. Сегодня с Олегом Николаевичем мы проехали по тем проектам, которые уже введены в эксплуатацию. Всего из 34 таких проектов 20. Работа по ним завершена. Полностью завершены стройкой. 10 также завершены. Но сейчас мы ведем приемку. Я уверен, что в ближайшие 3-4 недели мы сможем полностью завершить этот проект. Огромная благодарность губернатору за реализацию этого пилотного проекта в Владивостоке. Глава региона совместно с главой Владивостока побывал в образовательных учреждениях и проверил, в каких условиях ребята встречают новый учебный год. Так, в центре образования «Вектор» на стадионе установили рампы, заменили покрытие футбольного поля и беговых дорожек. В школе номер 14 отремонтировали уличную спортивную площадку. Теперь дети играют в футбол, баскетбол, а также осваивают навыки карате, кёкусинкай. Напомним, приобщение к массовому спорту – одна из задач регионального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Инициатива утверждена президентом страны Владимиром Путиным. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.